запуск блокировки.
Достал? Черт, ты его достал! Это то, что нужно! Тащи его на пассажирскую палубу! Тащи его в челноку! Меня не бей!
Зона гравитации. Зона нормального давления. Я обнаружила челнок, о котором говорил Хэммонд. Черт! Его процессор не отвечает, это плохо. Кто-то вынул навигационные карты. Их всего три. Они разбросаны по всей палубе.
Я сброшу тебе координаты. Я не смогу отсюда открыть двери. Тебе нужен ключ техкоманды. Если найдешь все запчасти, мы сможем запустить его. Кому вы молитесь, когда все кажется безнадежно? Вот доктор Кросс верил по-настоящему. Теперь она ждет своей трансформации, рождения. А вы готовы, мистер Тампл? Конечно, готов. Не стоит бояться. Сыграйте свою роль. Узрите же раскаяние настоящего верующего. Они готовы. Возьмите их. Поглотите их. Thank you.
Мистер Кларк, нам действительно необходимо поговорить. Я рядом с вами, и я знаю, вы захотите меня выслушать. Я могу все объяснить. Я... Исходит. Соберите навигационные карты, и я впущу вас на пост охраны. Нам есть что обсудить. Поспешите. Жизнеобеспечение спального блока Б отключена. Тут должен быть рычаг открывания двери.